Приветствую на канале «Правильный выбор». В этом обзоре я вам расскажу о кухонном комбайне Philips HR7605. Ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. Прежде чем начать обзор, я прошу вас поставить лайк, написать комментарий и подписаться на наш канал. А чтобы не пропускать выход новых роликов, настоятельно рекомендую включить колокольчик. Кухонный комбайн Philips – это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время. Компактное хранение насадок в чаше комбайна. Система MicroStore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна. Этот кухонный комбайн очень компактный, но при этом обладает всеми необходимыми функциями. При мощности в 350 Вт имеет одну скорость вращения насадок и импульсный режим, позволяющий ускорить процесс смешивания и быстро приготовить пюре из овощей и фруктов. Пластиковая чаша объемом 2,1 литра позволит обрабатывать большой объем ингредиентов, поэтому теперь готовить первые и вторые блюда и салаты не составит труда. Легко выполняет более 15 функций. В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера, нарезки средними ломтиками и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза. Я проанализировал отзывы пользователей и выделил основные недостатки этого кухонного комбайна. Со временем на пластике появились трещинки. От него много мусора. Очень короткий провод. Скорость вращения только одна. Чаша меньше 2 литров. Нет насадки для нарезки брусочками. Комбайн слегка ездит по столешнице. Маломощный. Шумит и еще как. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Быстрая сборка-разборка, пульсирующий режим, достаточно большой объем, маленький, удобно хранить, дешевый, молотит как сумасшедший, просто в использовании, ножи очень острые. Обзор подошел к концу, и я напоминаю, что ссылки с актуальными ценами вы найдете в описании к видео. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор, и вы уже подписались на наш канал и поставили лайк. А также пишите в комментарии свои вопросы, я буду рад на них ответить. А если вопросов нет, то напишите, что вы думаете об этом кухонном комбайне. Чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, рекомендую включить колокольчик. Всем пока!